Всем привет и добро пожаловать в 18-ю часть летсплея по игре Террария. Короче, в прошлой серии с гоблинами я гоблинов убил. Еще два раза я умер. Я считаю, что это очень-очень хороший показатель для первого боя с гоблинами на таком уровне. Сейчас мы продолжаем план, который я хотел в той серии. Мы сейчас с вами дойдем до искажения. Разобьем несколько сфер и еще убьем червяка. Я хочу все-таки себе сделать полностью, это демонитовый шмот себе, потому что мне он нужен. Плюс я еще хочу себе сделать демонитовый топор и демонитовый этот молот. Потом мы с вами будем копать метеориты, делать метеоритную броню и... Ну, это уже дальше, туда, в дальнейших сериях. Плюс к этому потом еще уже, наверное, в скором времени будем искать летающие острова. Когда уже найдем более-менее так нормально артефактов. Что-то на артефакты нам вообще с вами не везет. Я не знаю, почему. У нас только вообще там два кольца на регенерацию этого жизни и на регенерацию маны. Вообще мало. И здоровье у нас 200, а вообще 400. Ну, максимально, так что... Как-то вообще не везет и в последнее время на сердца нам, которые в подземельях. Ну, я думаю, это в дальнейших сериях мы с вами все найдем, все исследуем, всего добьемся, исполним свои самые сокровенные желания. Вот это уже большой червяк, такой противный тоже. Теперь более большие червяки пойдут после того, как мы босса убили, червяка. Так, вот тут еще сферка есть. Сейчас мы ее разобьем. А, планочек у меня нету. Сейчас мы сделаем. Так, вот, просто отлично. Сундуки, я думаю, ну вот эти не сундуки, а эти как. Вот эти горшки разбивать. Не сильно нужно. Хотя, может быть, кому-то нужно. О, смотрите, статуя этого кролика. Вот я не помню, он, по-моему, тоже респается. Ну, статуи есть, которые респаются. Поэтому мы его заберем. Так, еще что тут есть у нас? Глубокая пещера. Короче, сейчас мы вот это взрываем с вами. Вот так вот. Раз и два. Сейчас оно взорвется, и там мне прочистит проход. А, зря я два динамита кинул, ну ладно. Хотя не зря, может быть, там что-то тоже есть. Так, открываем сферку. О, посмотрите, вот нам выпало оружие. Еще одно. Я бы не сказал, что это очень классное оружие. Ну вот, видите, оно на цепочке. Такой шарик такой. Но оно такое довольно хорошее. Скажу сразу, потому что оно так неплохо бьет. И на данном этапе оно будет очень полезно, особенно против вот этих летающих мобиков. Только надо попадать. Вот как видите, с трех ударов убивает. Это без крита. С критом побыстрее. Так что как-то так. Ну, не знаю, пока нам вообще на артефакты не сильно везет, но в то же время и нормально. Если так подумать. Когда я играл за основного персонажа, мне как-то, я не знаю, везло больше на артефакты. Так, сейчас динамит тут сделает свое дело. О, просто отлично, он и сферу нам сразу разбил. А, опять нам упал мушкет. Блин, сколько можно? Его только продавать, если. И все, больше он ни для чего не нужен. Так. Второй раз он вообще сейчас можно, ну он вообще так сказать безнадежен, им часто не пользуешься никогда, так редко. Так, идем, значит, мы дальше. Закончится дим. Так, а если мы сейчас еще одну сферу разобьем, то будет босс. Ага, все понятно. Вот еще одна сфера. Так, гадость. Так, значит, мы пока не будем ее разбивать.
Я так думаю, потому что нам босс не нужен. Тем более, пока нам босс, короче, не нужен. Мы сейчас подготовим место для босса. Так, что нам надо сделать? Нам надо... Да блин, гадские мобы. Как они тут мешают нам. Вот так вот нам надо сделать. Потом вот так вот. Вот как видите, эбонит, эта кирка тоже рушит. Не быстро, но тем не менее она его рушит. Это просто такой хороший показатель. Так, забыл за кислород я. Это очень хорошо, что она его разрушает, потому что так бы было очень тяжело, если бы не было таких инструментов, которые бы не рушили эбонит. Так. Вот мы потихоньку продвигаемся. Сейчас мы тут вот так вот туда, чтобы вода вся сошла, чтобы она нам не мешала. Будем вот тут все-таки прокапывать мы. Я вижу внизу еще пещеру или впадинку там такую небольшую. Может быть, большую сейчас глянем. Можно будет потом туда спуститься и посмотреть, что там такого интересного есть. Так, вот теперь мы, как я в той серии говорил, надо подготавливать место для сражения. Теперь мы можем нормально подготовить наше место, осветить его, как полагается, факелами. Тут поставить планочки для сражения с боссом. Потому что, как вы видели, он крученный. Это червяк. И поэтому нам нужно место для сражения. Так, планочки. Так вот. Под сферкой. Когда он толкается, вот это что плохо. Он сталкивает. Это червяк, да и не только червяк, и мобы все толкают, и поэтому плохо получается. Так. Плохо с ними воевать. Так, ну все, в принципе, мы место для червяка зачистили. Так, битву с ним подготовили. Ну, я имею в виду место для нашей битвы. Хотя можно еще вот тут зачистить. То, что когда он зажимает в кольцо, он просто хорошо так наносит урон. И может убить. Так, вот так вот. О, отлично. Так, еще надо тут планок понаставить, чтобы выбраться можно было в дальнейшем. Все просто прекрасно. Можно вот тут чуть прокопать туда в пещерку. О, смотрите, дорогие друзья, в этой серии мы не только нашли оружие на веревочке, но и внизу мы нашли сердце. Вот я в этой серии начал говорить за сердце, и мы сразу же с вами нашли вот оно, это сердце. Сейчас мы его разобьем и добавим себе здоровья. Вот так вот. Ай, кирку выкинул. Иногда вот такие косяки бывают. А, дверь, значит, монстры дверь вынесли, а я ее забрал себе, понятно. Так, осветим тут местность. Осветим, точнее. Так, ну, просто отлично. Я думаю, серия в целом получилась довольно-таки такая хорошая. Мы нашли с вами сердце. Плюс к этому мы с вами нашли еще новое оружие на веревке. Думаю, серия всем понравилась. В следующей серии мы разобьем вот эту сферу и начнем бить босса червяка. Уже полностью серия будет посвящена, я думаю, этому боссу червяку. Так что всем спасибо. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Добавляйтесь ко мне в друзья. Всем спасибо. До свидания.